Уважаемые друзья, но в первую очередь позвольте поздравить всех нас, ведь именно мы впервые являемся сегодня свидетелями яркого события появления новой легенды в нашем городе. 10 лет назад первая Mazda 3 совершила настоящую революцию в своем классе. Познакомимся. Добрый вечер. Как вас зовут? Евгений. Жень, выпадает большая честь. Открывай, пожалуйста, под наши аплодисменты двери абсолютно нового автомобиля третьего поколения. Новой Mazda 3 седан. Будет первым. Конечно же, Mazda 3. Mazda 3! Правильный ответ. Ну что ж, можешь примерять себя уже за рулем этого автомобиля. Дети, когда играются с маленькими машинками, они вот как раз издают такой сум-сум, как наш биби. То есть в Японии это называется сум-сум. Абсолютно верный ответ, друзья. Именно так дети имитируют звук игрушечного автомобиля, и управление компанией Mazda взяли за основу рекламной кампании. Именно тройка является самым популярным автомобилем в России. Я так понимаю, что вы и являетесь владельцем
Ну, судя по ключу, наверное, не совсем нового, правильно? Но есть возможность поменять троечку на абсолютно новый вариант, поэтому мы вручаем вам подарок. Получайте, пожалуйста, несколько слов от победителя. Ой, я очень рад присутствовать на рождении звезды Mazda 3. Являюсь обладателем Mazda 3, очень нравится. И рад посидеть сегодня в таком прекрасном автомобиле. Прекрасно, садитесь, пожалуйста. Все, еще разок можно посидеть, а мы вас поздравляем. Thank you.